Хей, йоги, с вами Шамки, мы продолжаем родить игру под названием Секира. Прошлую серию я удалил, потому что я понял, что это полная жопа. Окей, что мы делаем? Леденец. Херово работают на самом деле. О, давайте масло возьмем. Почему бы и нет, и возьмем масло. Короче, у нас там приятель начинает умирать, который тупо попросил посмотреть, что там за звуки, помните? Почему я удалил серию? Потому что слишком много занимает места, где ничего не происходит. Поэтому я так подумал, нахер оно надо? Сейчас все сделаем как надо. Сделаем мы с вами все чику-пуки. А что осколок делает? Блин, мне жалко то, что я не могу врага застопить и как-то втихаря подойти и убить его. Или застанет, не знаю, но чтоб я типа удары ему наносил. Так, купить эмблему. Да, остальное все в хранилище отправляется. Будем с вами, короче, деньги тратить все-таки на вот эти вещички, пускай они в хранилище все отправляются. Я понимаю, что у меня еще кошелек и там есть. Блин, постоянно забываю о тебе. Так, вообще, что у нас по предметам? Мне нужно понять, что еще что-то идет. Есть то, что замедляет. Большие кошельки я юзать не собираюсь пока что. Трубка полуночника. У нас нихера себе 5 штук их. Пепла. Так, можно отбросить на врага, чтобы отвлечь его. Давайте попытаемся еще вот это использовать. Не знаю, насколько он будет эффективным. Нафиг надо. Окей, поехали. Здорово. Ой, тихо. Тихо. Ху-ху-ху. Ай. Да, окей. Короче, да, масло работает. Масло работает. Нужно, главное, по нему попасть с помощью него. Видите, я все равно как бы путаюсь в клавишах. Мне нужно как-то на другие кнопки будет забиндить, чтобы было более нормально. Так, у меня еще в запасе там дофига их. Да, сколько? Давайте, наверное, сделаем так. Попробую на этот раз использовать пепел. Или нет? Давайте все-таки масло.
Мне масло здесь нужнее. Мне масло здесь нужнее. Раз. Раз, два. А. Ладно, не теряем кондишку, валим. Ну я понял, да, мне нужно все-таки масло. Ну сколько я буду по три масла, по два, по три масла тратить? Сейчас купим, отхилимся. Я столько уже мучаюсь, его убиваю. Где-то уже минут 30 точно будет. 5 эмблемы. Окей. Отдохнуть. Хорошо, поехали. Я думал, он типа никуда не отправляется, ничего. Ну, типа, в склад не отправляется, нихера. А, оказывается, не, нифига. У нас пепла много. Пепла у нас много. Че, поехали. Возвращаемся. Вот, я говорю, вот это одна херня, то что типа он меня выносит, он мне даже атаковать не дает. Ладно, масло я потратил, маслице я потратил. Купить эмблему. А нужно посмотреть, тут еще что-то есть? Нет. Отдохнуть. Надо, знаете, короче, как делать, наверное. Сразу, как я масло кинул, переключаться на баночку. Так, ну в принципе я готов. Раз, два, три. А, классно. О, тихо. О. Найс. И я не отхилился. Ну, смотрите, в принципе, два раза его поджечь. Три. И он труп. Но это нужно еще как-то сделать. А это сделать непросто. Это очень просто сделать. Короче, два раза его бьем и кидаем банку. Потому что, походу, у них у всех после на третий удар, типа, срабатывает триггер защиты. Это плохо. Это очень плохо. Где у нас торговец был? У нас, кажется, торговец был в начале игры. Давайте купить эмблему еще. А, мне 9, у меня забрали. Так, полетели. Тихо,
Да, пепел падает, много пепла. Два удара и кидаем данку. Раз, два, кидаем банку. Угу. А. Ну, как обычно, я понял. Опа. Оп, хоп. Оп. Тихо. Ну видно, да? Видно, что его грохнуть можно. Короче, одна банка на поджог. А можно, знаете, как еще сделать? Сейчас покажу. Но это нужно сразу ударить его и поджечь. Чтоб он меня не отбросил. Сложно, 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 сложно. У меня этих уже нету. Найс. Можно деньги сейчас подзаработать. На огонек. Хотя... А, сейчас вот этого еще попытаюсь. С него ничего не выпадет. Пойдем так. Найс, выпало. Все, поехали. Найс, поехали. Раз, два. Опа, тихо. Ай, блядь. Ну, это вернись. Опять, ну опять, там просто кусочек, блядь. А вот был бы у меня еще третий заряд. Ну, смотрите, мы ему 3 раза дали огонька подкурить. У меня было 3 хилки. Целые 3 хилки. Но нет. Нет, 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 нет. Ладно. Окей. У меня вообще теперь нету душ. А, у меня и запас масла уже кончается. Очень прикольно.
Но у меня очень много пепла. Очень много пепла. Так, все, закупаемся на эти. Так, купить эмблемы духа. 19 купить. Да. Да. Ну вы видели, я почти его убил. Если я его убиваю, я поднимаю себе уровень ХП. Отлично. Это просто здорово уже. Так, отдохнуть. Окей. Ну, видите, здесь чисто у них пепел. У всех. Но мне нужен не пепел, ведь так. Но мне ведь нужен не пепел. Вот зараза! Ты охерел? Магнетит. Магнетит рудодобытый из недр осина. Принимается для улучшения среднего уровня или выше. Из нее можно выковать магнетит для произведения прочных стали. Данная порода считается чрезвычайно редкой и тем более ценной она является. Бусинки. И что ты скрывал все это? Все-таки железо. Заброшенное подземелье. Но мне это место не нравится. Довольно стрёмное. Ау. А я знаю, что это за место. Но здесь лучше не спрыгивать вниз. Я не хочу полностью получить. Валим отсюда. Здесь лучше уйти. Так, с одним мы справились. Хорошо. С одним мы справились. Второй у нас там находится. Что мы сейчас делаем? Мы с вами отдыхаем, закупаемся духами.
Так, отдохнуть. Теперь. Я не знаю, что лучше использовать против него. Так, ну здесь лучше уже это убирать. Давайте попробуем пыль. Плюс мы сейчас сапнуться должны. Пока дойдем до него. Я тупой. Вот я тупой. Наверх все равно да никак не забраться. Самое обидное — это терять много денежек. Он все равно меня теряет. Он все равно меня теряет. Сейчас будет довольно интересно, вот как пепел работает. Да, он такой типа оглядывается, видит, что никого нет. Ну ладно. Каша, минус. Так, драже. Драже мы юзать не будем, потому что у нас его и так мало. Пипец, как мало. Так, поехали. Не в ту сторону. Сейчас мы его обойдем. Он сейчас все равно там встанет, будет смотреть. Мне нужно понять механику против него. Типа, первую фазу, окей, я ему сломаю. Я понял. Все довольно плачевно здесь. Очень плачевно. А как же против тебя, приятель, тогда? Ну, у него типа броня.
Жесткое, так. Давайте попробуем смесь. Ну. Пыль, топор, пыль, топор. То есть для меня главное это снести ему стамину, так? Ну, не типа. Ну, типа, считайте стойкость. Стамина, стойкость. Очень долго. Ну, короче, я думаю, ребят, я на вот этом моменте останусь. Если что, я продолжу, окей? Потом. Ай, блядь. Не работает тактика. Он мне все равно достает. Я думал, типа, ладно, попрыгаю, да, так побью. Нифига, оно меня достает. Я, короче, прокачал выносливость. Немного. Эти эмблему. Я не знаю, что делать. Сложно, очень сложно. Я к ним уже, с ним, короче, дерусь чисто уже вблизи. Что-то пипец. Это просто пипец. Да, вот минус типа это таких вот боссов. Именно таких вот боссов. Давайте, ладно, еще раз попытаемся. Если нет, то увы нет. Так, я хочу пепел поменять на вот это. Человек звучит раз так при поведении бросок в сторону враги повлекли его внимание, мальчик я не знаю. Короче, нет. Ладно, поехали. Что нам нужно? Понять, как его убивать. Вот что вам нужно. Пускай он, короче, там пройдет. Это сейчас увидим. Так. Первую фазу легко сделать. А дальше сложно. Вот какого черта, скажи ты мне. Нет, все, ребят. Я остановлюсь на этом. Мы убили, короче, шиноби. Пускай на шиноби мы остановимся. Ну, на воре, хорошо. Внизу нас ждет противник. Здесь нас ждет противник. Но здесь мы только получим связку. Смысл только от связки, так? Поэтому в следующей серии, ребят, мы пойдем с вами против бабочки сражаться. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.